Североказахстанские яйца начали экспортировать в Таджикистан. Продукция одной из птицефабрик зарекомендовала себя не только на отечественном рынке, но и за рубежом. По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» на предприятии проводят масштабную модернизацию и планируют в разы увеличить объемы производства. Все подробности у Нургуль Ахметовой. Наши яйца как домашние. Скорлупа очень прочная, желток оранжевый. Технолог Александр Чесноков тщательно следит за питанием кур. Рацион влияет на качество продукции. А эта птицефабрика, одной из первых в Казахстане, начала производить улучшенные яйца с высоким содержанием натуральных минералов. Некоторые фабрики используют, так сказать, искусственные красители. Но народ быстро это распознает, вкусовые качества теряются. Поэтому мы вводим каротиноиды растительного происхождения. Поэтому у нас яйцо очень хорошее качество и пользуется спросом. Участие в программе «Дорожная карта бизнеса 2020» позволило фабрике увеличить мощность на 30%. Здесь модернизировали две птицефермы и довели поголовье пернатых до 400 тысяч. Ежедневно несушки приносят по 300 тысяч яиц, которые пользуются высоким спросом за границей. Плановый показатель у нас идет 7 миллионов яиц. На экспорт в основном это города Пермь, Москва, Тамбов. Ведутся переговоры уже пробные. Были у нас отправки в Душанбе с Таджикистаном. На птицефабрике трудятся 110 человек. Планы у коллектива амбициозные. К 2020-му довести годовой объем производства до 160 миллионов яиц. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24 КИЗ.